детишкам здесь не место. Привет! В этот раз мой выживший будет в роли солдата, и он очень любит покушать, поэтому у него будут соответствующие эффекты. Появляемся мы в большом городе, где полным-полно зомби, причем на каждом шагу, поэтому находиться здесь будет очень трудно. Как и всегда, первым делом я осматриваю начальный дом в поисках всех возможных припасов, еды, медикаментов, одежды и оружия. Пройдя небольшую площадку, я вышел к следующему дому, где внутри оказалось очень интересное оружие. Самурайский меч. Мне он очень поможет в рубке ходячих на капусту. Улицы здесь были очень широкими и длинными, на них было куча разных машин. К одной из них я тихо подошел и залез. Внутри был ключ, но брать машину я не стал. Меч, к слову, оказался очень хорошим оружием. Рядом был большой полицейский участок, на парковке которого стояли две очень привлекательные машины. Мои глаза загорелись от интереса, и я начал искать проход на территорию. Это не заняло много времени, но обойти всю же территорию по внешней стороне пришлось. И, конечно же, с боем. Я встретился с бронированным ходячим. Форму его я не стал брать. Она очень сильно замедляет движение героя. Пройдя к машинам, несчастью для меня, там не было ключей. Продвигаясь дальше, я отбивался от зомби. Но не стоит всегда забывать об отдыхе. Я вернулся к машине и поспал, после чего побрел дальше. Из здания вылезла куча ходячих, с которыми я быстро разобрался. Зайти я решил с гаража, где абсолютно не было никакого транспорта, кроме ящиков. Офис был не самой главной фишкой, ею был арсенал, но, к сожалению, он был защищен большой решеткой, которую можно было разбить только кувалдой. Поиск нехватающего инструмента стал главной моей целью. Пройдясь дальше, я нашел медпункт, где набрал немало медикаментов. Я стал искать потенциально возможные места, где мог бы достать кувалду. По дороге нашел фургон, который станет моим транспортом на ближайшее время. Рядом был Додж в отличном состоянии, но, к несчастью, он снова был без ключей. Как-никак, у меня были и второстепенные задачи. Это сбор всевозможных полезных вещей для дальнейшего выживания в этом злосчастном мире, который кишит зомби. Поэтому я заглянул в огромную церковь, неподалеку. Внутри было очень даже уютно, но задерживаться я не стал, как и всегда. Поэтому быстро взял то, что мне нужно было, и вернулся к машине.